Дорогие друзья, у микрофона, как всегда, я, Женя Сочинка, и вы сейчас, ваши глаза вас не обманут, у меня уже есть тот самый Честер. Да, я вам сегодня расскажу, как его разблокировать, обзорим с вами обновку и прочее. Поэтому всем приятного просмотра, мы будем начинать. Ну а перед просмотром не забывайте поставить лайки, подписываться на канал, всем удачи, всем пока. Ой, что я делаю вообще? Итак, ладно, давайте начинать видос, собственно говоря. У нас появилась дорога старт. То есть ящики все удалены. То есть вот магазин вам, пожалуйста. Мы чуть позже тоже о нем поговорим. И здесь больше нету ящиков. Да. И где здесь нету больше ящиков? Появилась дорога старт. При входе в игру у вас будет кое-какая картинка. Сейчас я покажу. Хожу просто на второй свой аккаунт. Ну, на один из вторых. А, да, ладно, здесь все не так. Короче, ладно. Так, короче, смотрите, у вас появится окно. Например, у вас только легендарки остались, как и у меня. Вы заходите, вам предлагают, например, как мне предложили, Леон, Амбер или Мэг. То есть выберите, кого вы начнете разблокировку. Вы такие, да где, я хочу Честера. Эх, ладно, выберу Леона. Вы выбираете Леона сразу же, как вы появляетесь вот в этом менюшке. Нажимаете вот сюда, и здесь у вас будет Честер. Вот здесь вот. Вот он, вот здесь вот будет. То есть, где вот Леон, тут будет такое небольшое окошечко с Честером. То есть, вот такого размера, только тут будет Честер уже. Вы нажимаете, то есть, смотрите, как это работает. Давайте, например, допустим, нажимаем здесь «Сменить», там выбираем Честера. Или там на Честера нажимаем, выбираем «Перенести». Вот. Вот. И вы начинаете разблокировку. Если у вас много кубков, вам дадут вот за все вот это вот, по-моему, начиная от... От скольки, не помню, как начиная. Но не с самого нуля, только. Вот. Не с самого нуля. Ну, выглядит примерно с половины ваших кубков. Если у вас активен Бравл Пасс, вы его покупали до обновки, то вам дадут компенсацию 80 гемов и кредиты. Вот, вот эти кредиты, самое верхнее сообщение. После чего вы заходите сюда, собираете, и со скидкой на первого бойца вы получаете Честера. Потому что я не думаю, что кому сейчас нужен Леон. Ну ладно, мой друг решил даже Честера не начать разблокировку, а именно Спайка, но это не так уж и важно. Поэтому поехали. Кстати, добавили квест на Грэм. Давайте вам вернули режим ограбления отеля. Да. Подарок дали. Вот такую-то вот такие три иконки. Смотря сколько вы годовщины встретили. Как видите, я начал со второй годовщины играть. Честер, я уже получил его. Имба легендарка. Сейчас мы все с вами заценим. Даже дали новый спрей. Там бесплатно очень много чего помогает. Я купил за 9 гемов, чтобы были значки на Грея. И давайте... Ой, на Честера. Вот тут у нас ограбление отеля. Давайте начнем. Ну, зайдем в любую катку. Вот давайте в Броубол, например. То есть он у меня уже 9 силы. Ой, 10, не спрашивайте как. Заходим. О, с нами уже Честер. Прикольно. Так. Просто это такой лютый ребята. Смотрите. Барли с одной атаки. Я его вынес с одной атаки. То есть я Тика там играл с другом. Я его вообще с одной атаки только выносил. Сейчас, кстати, еще можно заценить телепорт Грея. Ну, а нужно, опять же, урон. Там 500 тысяч нанести. Мой друг вообще сказал по ошибке, что там... так, это у нас поле замедляющее, да? Опа. Посмотрите просто, как это люто. Честер, это такая имба. Как сказал Робзи, она не контрится. Это очень сильный боец. Вот, телепорт сейчас должен Грей исчезнуть. Да, он исчезает у него. Так, просто посмотрите, какая-то лютая имба, она даже не контрится. У нее у этого чела столько ульти, я просто, ну я не знаю, как это описать. О, прикольно. Вот, то есть, ну, это настолько хороший перс, что я вам рекомендую начать его именно разблокировку, если у вас много кубков и есть этот Бравл Пасс, то вы его уже получите. Вот. Я, конечно же, тут звездный игрок. Мне же нужен этот Грей. Давайте, нажму даже играть снова. Честер, я просто вам так скажу, это настолько крутой боец, вы сейчас еще раз с вами в этом убедитесь.
То есть начинаем мы с самой такой обычной атаки. С одного бубенца. Но даже если вы не попадаете, то атака все равно расширяется. Вы понимаете, насколько это вообще сильный боец? Вот посмотрите, вы видели, сколько у меня ХП осталось? Меня могли на резах вынести, но этого не сделали, потому что, ну, я очень прямо силен. Также ульта у него это рандомная. Там, не думаю, что я вам... Ну, посмотрите просто сникпик какого-нибудь ютубера, сразу говорю. Но я вас уверяю, вряд ли буквально 90% поставили на именно на Честера. Остальные 10, мне кажется, на другие легендарки. Ну, лишь даже больше на Честера поставили. Плохо сейчас фастом... А, нет, нужно выйти. Выйти, ну ладно. То есть я сейчас уже 24... Ну, я понимаю, что там с ботами. Давайте попробуем сыграть в ограбление отеля. Что это такое? Это подарки надо красть. Вот. А, давайте начнем, в принципе. Как по мне, то лучшее обновление. То есть, да, сейчас многие поедут в комментариях. Ты чё, какое лучше? Что, ящики удалили, это же часть Бравла, да. Но, ребята, согласитесь, то мы, на самом деле в душе-то вам понравилось это обнова, что вы бойцов теперь более легким способом сможете получать. И да, доната больше не стало, наоборот, меньше. Раньше все как-то заморачивались по поводу подарков. Ой, точнее, по поводу доната. Но сейчас тут вообще не нужно заморачиваться. Вы всех бойцов по факту бесплатно сможете получить. Что является очень круто. Вот. И послушайте просто эту музыку. Настолько все круто сделано, там видели какая-то музыка новогодняя, я прям не могу. Я прям просто не могу. Да, ребята, обновка очень крутая, как по мне. То есть, она реально крутая. Плюс, в ней столько всего добавлено нового, что ее можно изучать и изучать для тех, кто как раз еще ничего не понимает. Я, понимаете, сникпики всякие, Бравл Толк, я все это смотрю. Поэтому мои друзья меня все спрашивают, что тут, ну как, ну я смогу его там получить. Но опять же, видите, благодаря все компенсации. Благодаря компенсации за БП, там от 1120 мне дали. Что, даже смотрите, вот даже если, ну ладно, я вам сейчас не покажу, потому что меня убили. Даже, смотрите, вот у меня сейчас одиночная атака, вам срочно нужна. Вы можете просто раз сделать, и у вас уже больше. Ну, радиус. Все. А, тут еще такое у него улететь. Я что-то просто, мне просто только впервые вот этот пуль попадается. Ай, больно. Так, я как вижу, и со мной в команде боты. Сейчас, главное, ботам еще не съели. Это не очень прикольно будет. Просто делаем вот так вот. Кстати, вот эта ульта полезна иногда. А, это же не мой, это же мой подарок. Опа. Просто такая атмосфера новогодняя. Чем... Ну, он быстрый, кстати, еще очень быстрый. Кстати, я хочу тоже еще как его получить. Все, что, Эль Прима, ну что? Ничего, давайте не получится. Слабачок. Тут просто, посмотрите, я конфетку эту подкидываю. Ой-ой-ой, это такой лютый перец, которого, ну, думаю, хотят многие. Хотя бы просто потому, что он очень интересный. И у него рандомная ульта. Мне очень из-за его ульты нравится все. Давайте выходим, и, кстати, мы сейчас... Да. Да, еще кредиты получили. Классно. А, у нас, смотрите, дорогу славы изменили, ребята. На третий теперь у нас промежуточные эти появились. Раньше, то есть, было 23 500 и 24 тысячи. А сейчас побольше немножко сделали. Опять это миллион. Могу копить дальше. Что у нас еще добавили? Добавили также нового бойца Грея. Ну... Думаю, о нем все уже знают. Многие тоже. Хотя у кого нет возможности получить, например, Честера. На Честера добавили... Вот такой вот у нас магазинчик. Новый спрей. Сразу на Честера добавили значки, которые я уже купил за 9 гемов одни.
Тут у нас ничего нового. Скин на темного темный честер. Но мне не понравился. Ерунда, по-моему, нам обычный честер намного лучше. Что еще? Бравл Пасс. Теперь его изменили каким образом? То есть тут больше таких, ну, хромокредиты. Пока я не знаю, почему мне их не дали, но это не важно, в принципе. Тут вот теперь у нас дают по 4 награды. То есть раньше один большой ящик, сейчас по 3 вот таких вот награды. Что еще? В принципе, все. Думаю, что все. Вот, мой брат, ну, Матвей Про, точнее. Да, он этого еще не получил. Грэем. Вот так. Да. Все-таки, ребята, он в ШДшке очень хорошо себя там проявляет. То есть, я вам говорю, ставьте ставки на Честера, потому что, ну, вы его, конечно, сейчас долго будете открывать. Говорю, те, кто успели купить Бравл Пасс, тем, в принципе, хорошо. Что ж, да. Я просто кайфую, когда на меня. А, тут уже эти появляются, все. Посмотрите просто. На меня даже Гренет не сможет напасть. Спрей, кстати, вот эти подарочные два дали. Вот такой вот. И вот такой вот. Какой же это классный все-таки. Вы что, угораете? Я здесь один, походу, на Честере, да, играю. А, ну вон там спайки делают. На таких кубках никто не тянется. Я один такой на спайке. Ой, на Честере. А, нет, вон там еще на Честере бежит. Так, а запись идет? Ага. Да, просто, ребят, посмотрите, какая же это лютая иллюзия. А вот это, кстати, хороший ход. О, Грейбл. Да, с другой стороны, его телепорт реально прикольный. Но Честер мне пришелся больше по душе, потому что это тот конкретно боец, которого я... Который вот это мой реально любимчик теперь. Ну, он смеется еще прикольно. Просто смотрите. А, ладно, меня вороны делают. Ну, сейчас, скорее всего, у многих леги. Давайте посмотрим, какой же топ-1 там на Честере. Списки лидеров, бойцы. Так. Кстати, мифик этот... А, да, Грей тоже, смотрите, есть. Ну, еще немножко так кукол. Ливера на Грея. А, ну его потом очень немногие даже получили. Это как минимум. Давайте посмотрим моего друга. Он сказал, что вообще в школу не ходил. Он сказал, что как этот квест видит, он сразу же полетит его прокачивать. Сейчас сколько у него там? Сейчас 3, вот он. А, у него 4. Реально, что ли, получил? Нет, не получил. Жалко его, конечно. Так хотел паренек. Но, в принципе, что ж. На этом я буду заканчивать. Обновка 9 из 10. Все-таки жалко, да. Но, а так, это реально очень хорошая обновка. Что ж, на этом буду заканчивать. Всем удачи, всем пока-пока!